Так, привет, друзья, с вами Рашна Линдзука. Это у нас онлайн-мясо по игре Call of Duty Advanced Warfare на консоли PlayStation 4. Сегодня с нами играют Guy Fox, Грегори, Мистер Трек и Дима 2011. Грегори со мной сегодня в чате. Грегори, поздоровайся со зрителями. Всем привет. Вот, и мы сегодня попробуем режимчик командных боев, но не мясорубка, где там разные режимы, да, от 6 до 12 игроков, а так, наземная война. Это тут уже до 18 игроков, вот, и более такие карты покрупнее используются. Так что вот, начинаем поиск, надеюсь, сейчас все будет нормально. Так, что там у меня было написано сейчас про звук чата? То, что он настроен. А, ну да, на приоритет тусовки, понятное дело. Нас сейчас никто не слышит не будет из-за играющих, и мы их тоже слышать не будем, только мы вот с Грегори можем общаться. Ну и в принципе, когда идет трансляция, как бы люди не понимают то, что, ну, те, кто играют с нами, они же не понимают, почему я так много разговариваю во время игры, их начинает это бесить, короче. Вот, я помню, иностранцы какие-то орали shut up, там, типа. Жалко, что это нельзя, вот, чтобы в трансляцию попало, можно было прикольно, ну, то есть, над ним повеселиться. Вот. Грегори, ты как, ты в этот режим играл? Нет, я первый раз буду играть. То есть, ты обычно играешь вот поменьше карты, да, вот стандартная мясорубка, да, там, или вот? Я в командный бой, да, убийство подтверждая. Ну вот они как бы эти режимы содержатся вот в первом, в мясорубке, там командный бой, там принос флага, там это убийство подтверждают, да, содержатся, они там, ну, рандомно как-то они там вращаются. Здесь то же самое, только больше команды и вроде как бы больше карт помасштабней. Вот, я, правда, в этот режим редко играю, тут мне лично тяжелее здесь играть, тут больше всякие снайпера там доминируют. Сейчас посмотрим, что тут будет. Не любишь, когда снайперы играют, да? Ну, как-то не особо. У меня зрение очень хорошее. Я бывает, что просто я даже не вижу, кто меня убил. Так далеко сидят, то что вообще. Хотя здесь есть режим чисто на снайперках. Я в него играл, и он тоже довольно веселый. Я думаю, да, как-нибудь тоже играл, бы тоже в него можно было поместиться. Супер Фифер пишет, что Дима 2011 это его ник. Вот. Не 14 возьмете в чат. Уже, к сожалению, не возьмем, уже поздно, уже трансляция началась. А, тем более ты сказал, что у тебя очень такой писклявый голос, как у девочки, а мы не можем себе это позволить. Вот. Вот Масюн передает всем привет у нас в чате. Так, что-то как-то медленно игроков ищет. Все в батлу ушли. Да, скорее всего. Хотя, может, этот режим не самый популярный просто. Нет, скорее всего, все ушли в Battlefield. Пробовать. Ну, мы тоже попробуем попозже, я так думаю. Я просто еще его не скачал, этот Battlefield. Днем, когда я был дома, его еще не было в PSN, а вечером, когда я вернулся, он появился. Но уже многие скачали, уже играют. Он где-то в 5 часов появился. А, ну вот, а я где-то как раз-таки, блин, за час до этого свинтил. Проверял, вчера ночью проверял, нигде ничего не было. Даже в Америке вообще до сих пор не было. Там и нет вообще, по-моему, бета-батлы в американском сторе. Хотя, может, сейчас тоже дали, не знаю. Так, ну что, у нас начинается. Наши вот игроки с тегом мясо, если что, ребят. Так что, так, соляр, убийство подтверждает. Хотя, вот эта карта используется во всех режимах, она небольшая довольно-таки. То есть тут какие-то, может, да, пару карт будет, которых нет в других режимах, а более крупные карты. Возможно, они будут, насколько я помню. Но большинство карт будет те же самые, просто игроков больше на карте. Я не знаю, сейчас, может, такое месиво начнется, что мы просто повесимся тут. Возможно. Так, я свои стандартные беру. А, кстати, Грегор, какую ты используешь особенность своего экзоскелета? Невидимость. А, невидимость. Ну, вот я раньше ей пользовался, потом что-то перестал, потому что она очень быстро пропадает. Да и игроков, кстати, очень часто видно с этой невидимостью. Да, она толком-то не защищает. Ну вот, мне кажется, я не знаю даже, блин, против кого она. Ай! Кто-то меня уже лупит. Ладно, все. Начинаем, короче, месилово. Все, надо убивать. А, нам нужно сейчас жетоны же собирать. Ух ты, блин! Все, меня, короче, уже завалили. Надо сосредоточиться. Вот пока так меня
Просто кнубаса тут нагнули. Тут уже снайперы везде засели. Ох ты, блин. Откуда? Ох ты. Во. Сволочь, ты где? За машиной спрятался. Ах, свой. Сзади еще один бежит. Да кто с... сука! Жетоны синие что же надо собирать, да, я так понял? Жетоны синие это твои, когда тебя убили, а тебя остался синий жетон. Ну то есть, чтобы они не достались врагу, их надо тоже собирать. И ну, пишут, да, что убийство не засчитано как бы сразу. То есть говорят. Так, два жетона целых. Надо срочно брать. Кто это, кто? Кто это? Сука, хотел мой жетон. Ай, блин. Ворвался, тварь. Тут просто как такая, блин, это самая мясорубка происходит. Толпы просто бегают, реально. Более такой мясной режим. Собирайте. Собирайте жетоны, ребята. Где снайпер? Бля, я вижу кучу жетонов на радаре. Ох, там кто-то упал. О, жетон висит в воздухе наш, короче. Надо его взять, чтобы не достался врагу. Где там этот? Вот это я, это я. Тихо, ребята. Блин, кругом я вижу на радаре одни жетоны валяются. Наши всех мочат, но жетоны не собирают нифига. Собирайте жетоны, ребята. Ах, сука, засел. Вот не люблю вот этих вот, которые сядут где-то в комнатушке. Хотя нет, он не сидел, он шел. Сидят в основном те, кто играют в режим вот хардкор. Это просто там бывает, просто такая крысятня начинается. Но я люблю хардкор. Так. Я пустая, надо так сказать. Ты чё тут засел-то, ты? Кемпер, блин, херов. Вот это мне не нравится, они сядут люди и сидят так, блин, везде. Так, вот как бы забрать жетон-то, там эта турель стоит. Или чё, ей хана уже этой турели? Я не пойму. Блин, а сетё... О, молодцы, взяли, отлично. А это уже наша турель. Наша турель! Жетон! Ай, кто, блин, вылез, сволочь такая! Фанки мули! Наш ППЛ активирован. Гад такой. Чуть-чуть ведем, чуть-чуть совсем, ребята. Надо поднажать, больше оторваться. О, молодец, взял жетончик. Так, кто там стреляет? Никого не вижу. О, улегся! Ай, блин, даже щит мне не помог, сволочь. По дверям по этим ныкаются по ходам. Надо, короче. Кто это? Кто это? Блин. Ай, блин, взял жетон наш и снайперка, короче. О, фига, у меня там какое-то инфракрасное изображение. Надо его просто идти, сейчас обходить и врезать в этого чувака просто. Обнаружен вражеский БПЛА. Ребята, осторожней там с этим снайпером. Блин, ребят, нас всего двое. Я говорю, как будто с толпой, блин. Да я... Да сука такая! Ой-ой-ой-ой-ой, что тут так бомбануло? Хватай жетон. Ай, кто? Блин! Не слева, так справа! А о, опять какой-то урод лежит, короче. И ждет. Лежит и ждет. Чего-то, блин. Они просто знают, где мы пойдем. Поэтому они там лежат. Ну это реально некрасиво. Играть в лежанку. Ай, суки! Со всех сторон меня защемили просто! Твари последние падлы! С гранатой. Так, 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 здесь-то есть кто? Ух там, тихо.
блин! Достоялся. Тут стоять вообще нельзя, надо бегать. Бегать в круговую. Так, мы сейчас скоро начнем всасывать, я чувствую. Такими темпами. Калаши патронов мало. А, так значит, опа, ты это самое. Надо уходить. Мало умираешь, раз у тебя патронов мало. Я сейчас постоянно что-то дохну. Просто... Блин, птичка эта долбаная. Иди отсюда нахрен, птичка, лети отсюда. Ой. Первенство утрачено. О, первенство утратили. Что тут жетон сверху висят чьи-то. Кто-то меня спас, короче, да? Спасибо, друг. Хватай жетон. Где снайпер? О, сука, снайпер, тихо. Жетон. Тут бомбежка началась. Блин, сзади со спины подкрался, а? Я убил того, кто паладином управлял. Это паладин. Тихо. А, кстати, за эту такую фигню, да, например, если ставишь управляемую турель, то даже если тебя убили, как бы, то ты все равно продолжаешь ей управлять, пока она не закончится. А потом ты возрождаешься, сука. Но все равно это засчитывается, как тебя убили. Ну, понятное дело, но просто ты как бы продолжаешь ей управлять, пока турель не закончится. А потом только возрождаешься. ППЛА союзников в воздухе. Да блин, да что ты на Все какой-то фанки мули меня мучат постоянно. Он, наверное, всех мочит постоянно, я так думаю. Да, опять первенство утрачено. Где жетоны? Собирайте жетоны! Без жетонов мы никто! Ай! Куда я запрыгнул? Что там за снайпер засел? Сволочь! А-а-а! Я сейчас сдохну тут! Что надо брать? Я не пойму, почему турель не стреляет. В смысле не стреляет? Ну я поставил турель, а она не стреляет. Так ей надо управлять, она сама не стреляет. Зажимаешь квадратик, и ты в турели оказываешься. Не, почему? Есть же турели, которые сами стреляют, когда враги... Ну, это управляемый турель называется. Я не знаю, как другую турель брать, а которая вот открывается обычно, это управляемый. Нужно квадратик зажимать и управлять. О, БПЛА. Хочешь нож управлять ей, она стоит в хорошем месте. Она знаешь, в чем хорошо в ней? То есть, в режиме захвата точек ты можешь около точки поставить, если видишь, что там враги, то можно ее, короче, запустить и... Убийство подтверждено. Сейчас попробую в ней пострелять. Управляемая турель готова. Рыбаем. Одного убил. Я тоже турель поставил, но сейчас чувствую, меня убьют! Ну я попробую сейчас ее это самое... Попробую ее запустить, сейчас посмотреть. Я, наверное, может, неудачное место ее поставил. Че, хорошо, турель подсвечивает врагов красным. Не, что-то я неудачно, я ни туда, ни сюда. Надо куда-то на высоте было ее ставить. Это где? О, кто-то идет. Давай, иди сюда. Или где он? Сволочь такая. Что-то по мне с турелью. Ах, мы проиграли. Провалено. Страж, отступаем. Старались как могли. Да. Ой, блин. Я на предпоследнем месте. Кто из нас. А зато у Мясера все остальные, смотрите-ка. Грегори, ты на втором месте у нас, да? Да все наши там пацаны, смотрите, на первых местах. Блин, крутые ребята. Ну да. Не то, что я, короче. Да. Много болтаю, мало играю. Так. Тут Колесенко нам говорит, что это не хард, да? Это не хард, это не режим хардкор, это другой режим. Я же вначале об этом говорил. Это просто режим более большими картами, с большим количеством людей в командах. Вот Супер Фифер, это который Дима пишет, что тащил как мог. Красава, молодец.
Надо было тащить. Но вот жалко, что благодаря таким членам команды, как я, например, мы не смогли вытащить. Ну, вообще сложновато мне вот лично вот в этом режиме выигрывать. Вот как-то я еще к нему не привык, то, что нужно жетоны вроде собирать и убивать. Бежишь собрать жетон, тебя в это время убивают, как бы, и... В общем, вот тут как-то надо думать. Ничего, тоже нормально играешь. Ну, лучше, чем, конечно, когда я первый раз ее запустил, там меня просто... Надо мной ребята Да, в чате смеялись просто. все, кто только запустил ее, все играть не умеют толком. Я сам тоже нифига не умею. Вот Рекс пишет, Сейчас сыграйте в режим нужно. соперничества, а этот режим сейчас не запускается. Видимо, его можно только одному запускать. Он у меня сейчас почему-то закрыт, когда мы в команду собрались. Так что мы играем сейчас вот в такие режимы. Да. Я вот насчет хардкора, я думаю, мы может все-таки отдельную трансляцию по хардкору замучим. О, доминирование. Ну что ж. Вот здесь турель будет неплохо смотреться. Да. Нужно под нужным углом поставить ее. Ну. И можно, короче, охранять точку. Лучше на крышу ее ставить здесь. На крышу ее быстро разнесут. Если честно, не особо люблю это подавление. Да я Да, тоже, я если люблю. честно, не очень люблю. Тут единственное, что ты знаешь, хоть в каких точках собираться. Ну, то есть... Я вот эту карту вообще не люблю. Я ее не понимаю. Она какая-то прозрачная наполовину. Я не знаю, что это за китайская хрень, короче. И футуристические карты такие тут. Я вообще их не люблю, я их. Вот на этой карте, кстати, тоже любят снайперить. Черт! Бежал за нашим и, короче, не вовремя не успел. Это кого там? Я плохо вижу ники, короче. Браво наша! Всех так много. Теряем точку, Чарли. Да, народу много. Режим такой масштабный. Тут, чтобы турель поставить, надо сначала еще серию убийств сделать. Это тоже не Можно каждый найти того, кто управляет. Сможет. Мы потеряли точку Б. Враг взял точку Б. Ай! Что ты? Ты. Враг берет точку Ну, сейчас хоть Б. жетон не надо собирать. Там на С, что ли, у нас? Блин, не знаешь, куда бежать. И Б, и С, и... Опа! Тихо! Кто мне помог? Спасибо за прикрытие, ребята. Надо точку А брать. О, тут свои. Тут свои. Давайте. Кто стреляет? Сверху, сверху! Наш ППЛ активирован. Я его вижу. Патроны! Сука, я ж перезаряжаюсь после каждого убийства, почему? Берем Чарли. Ладно, теперь остается только брать Чарли. Берем Чарли. За яйца. Точка Чарли наша. Как... В одном из последних наших фильмов сказали фразу «Берем за Фаберже». Враг взял точку Альфа. Правильно. Над вами вражеские ППЛА. Бомбардировщики союзников в пути. Это все-то не в нашу пользу. Фух. Берем Браво. Тихо! Кто? Так. Стоять, падла! Ай-яй-яй! Ай, больно! Из пестика убил сверху, гаденыш. Какой-то Томми Мэн 89. Точка Б наша.
Я не успеваю до точки добежать. Тут столько народу высыпается, что просто... А-а-а, кто? Снайпер сидит, падал на противоположном конце карты. Прям его вынесем. Надо вынести этого кверти какой-то там. Ой-ой-ой-ой, бомбят. Ой-ой-ой. Ой, что-то я... О! О, кто-то включил это самое, просвечивание врагов. Противнику сброшена посылка. Ай, кто тут взрывает нахрен? Это я тут. Черт, меня ранили. Вражеский ракетный удар. Ой-ой-ой, не надо нам ракет. Ракетных ударов. Это тут живые, тут или трупы, не пойму, лежат. Фиг поймешь, уляжутся там разные. Ох ты, меня прям под ноги там. Да блин, все такое же, что фига мы просасываем-то, а? По-другому не могу сказать. В два раза. Все. 104.50. О, половина времени. Ну ладно, хорошо, хоть половина времени. Надо другое оружие брать. Что мне не надо брать ядерное оружие сразу. Да, ну ладно, второй раунд, может. На этой карте я не знаю, я вообще на этой карте плохо играю. Так что на меня вообще не надеть. Да тут половина карт каких-то ушлепочных на самом деле. Там мне нравится тюрьма, карта там более-менее. Там еще что-то там было хорошее. Блин, кто? Может мне тупо встать на точке и, короче, блин, а я сейчас меня видит. Меня же видит. Какого хрена? Начало раунда, они уже птичек пускают. Это как так? У него, наверное, стрелять бесполезно, да? Уроды! О, а вот так вот с ракетин сюда, может быть, и можно. Ух ты, сзади что ли вылезла, скотина? Блин. Рекс спрашивает, планирую ли я стримить бету Hardline? Ну, думаю, если все нормально срастется, то... То, возможно, буду. Может, даже сегодня мы устроим, но... Если успеем. Все-таки я там вообще ни хрена не умею в батлетах. Сволочи, двое засели там на верхотуре, убивайте их нафиг. Это режим более жесткий, тут потому что, знаешь, в чем прикол? Тут прошаристые игроки гораздо быстрее набивают очки. И вот эти всякие взрывчатки, ну вот эти все из этих вот БПЛА быстрее получают и все остальное. Из-за этого тут больше замесов. Что тихо происходит? Ну ты, сука, такая. Блин, да ладно же, я всадил ему в яйца пару пуль. Сейчас покажу, что я в него не попал еще. Ну. Берем Чарли. Нужна поддержка для птички. Точка С всегда. Кто-то там где-то я видел, я где-то урод. Берем право. Точка А наша. Прибыл Голиаф Союз. Стоять! О, кто за руки? Yeah. О, я просто вовремя прибежал прямо и получил в задницу себе серию патронов. Мы потеряли точку Б. Враг взял точку А. Над вами вражеский БПЛА. Обнаружен вражеский БПЛА. Враг взял точку Браво. Так, что делать, что делать? Приближаются ракеты врага. Блин, ракета, тут хоть... Тут потолка нету, тут стекла! Обнаружен вражеский БПЛА. Берем Альфу. Враг берет точку С. Мы проигрываем. Мы потеряли Чарли. Да, счет разгромный, тут уже я даже не знаю. Суки! Наш БПЛА активирован.
Вся экзоброня вперед. Нужна поддержка для птички. О, еще эту экзоброню, этот, все это, все, кто это сделал? Вот, кстати, в этом режиме часто это происходит. Птичке нужна помощь. Теряем точку, Чарли. Свой, а тут где-то не свой был. Обнаружен вражеский ППЛА. Птичке нужна помощь. Кто ты? Где ты? Я тебя не вижу, сволочь. Это перезагрузка была надолго идет. Да, очень долго здесь. Я очень часто эту хрень буду применять в масштабном режиме. Это очень напрягает, конечно. О, падла! Куда ты взялся? О, счет вообще разгромный просто. На 100 очков они ведут. Я не успеваю среагировать на такое количество народу. Мне надо пулемет какой-нибудь там, которым 300 патронов. Нам не удалось выполнить задание. Нет, не удалось нам. К сожалению, не удалось. Да, конечно. Кого там убили в последнем? Это был не я. Самое обидное — это быть убитым последним. Да, да, да. Слушай, тебе в этом раунде меньше, чем мне повезло. Да. Так мне эта карта не особо нравится. Я же говорю. Я вообще, я не могу в ней ориентироваться. Я вот не могу найти те места, где вот я себя чувствую в безопасности. Да. То есть тут таких мест нет, как будто на этой карте. Везде какие-то стекла кругом. Блин. Рекс спрашивает, какие, по вашему мнению, плюсы и минусы в том, что происходит кемперство в ПВП? Ты можешь сказать плюсы и минусы кемперства? Плюсы то, что выносит с первого раза, а минусы, где сидят постоянно в одном месте. Вот. Я думаю, плюсы — это когда ты играешь, кемперишь, такой сидишь, и ты кого-то убил, а я закемперил, классно. Да, а на самом деле так мало чего в этом хорошего, я считаю, особенно в таких играх, как Колда, то есть хочется больше динамики, движухи. Вот. А тут получается, что... Кстати, ну, давайте посмотрим. Сзади могут... На наших бойцов. Могут подкрасться и убить тебя. Ну да, да. Ну вот, в режиме хардкора там же не показано, откуда он стреляет, например. Там больше возможность кемперить. А в режиме... вот в этом, когда показ повтор убийства, тут смысла особо кемперить нету. А, ну тут как, сел, убил одного, сменил позицию. Вот так чисто. Да. А в хардкоре там они могут в одном и том же месте сидеть весь раунд, короче. Пока кто-нибудь их не найдет. Ну да, там ни карта, ничего, ни патроны, ничего не показано. Да-да-да, там только единственное, что когда там, если БПЛА ты вызовешь, да. Ну это надо еще вызвать. Так, биолаборатория, подавление. Это опять точки захвата сейчас будут? Да. Ну тут поинтереснее, кстати, вот на этой карте, вот, по-моему, в этот режим играть. Да, тут есть у меня позиция любимая, я люблю там посадить. Я люблю там покемперить, да? Да-да-да. Так, куда пойти-то? Я пойду понизу лучше. Опа. Опа. Берем право. Кто там, блин? Враг взял точку право. Нет, покажи, а вот он. Тихо, тут меня вот. Кто? Чуть меня не зарезали, что ли? Во, а что это? Нева. Клан Нева. Это что, русский чувак какой-то? Ник, правда, непонятный, а вот клан как будто Нева. Над вами вражеские ППЛА. Обнаружен вражеский ППЛА. Мы лидируем. Засуньте с... О, классно, чувака сняли с верхотуры. Теряем браво. Там можно сидеть, да. Ой, я еще одного. Отомстил! Ха-ха! Падла! Над нашим контейнером сидел. С пистолетиком этот. Томми, блин. У меня уже не первый раз пистолетик убивает, я заметил. Первенство утрачено. Опять же пистолетик. А, он тебя тоже грохнул, что ли? Надо его найти, этого Томми с пистолетиком. Я уже отомстил ему.
А, здесь не за... Вот меня единственное, что бесит, что есть места, на которые нельзя запрыгнуть почему-то. Зачем это сделано? Бредово, я считаю, это. Да кто, блин, опять он сидит с пестика, что ли? Нет, другой чувак меня убил в этот раз в спину. Около этих контейнеров опасно находиться. Их можно взорвать. И хана тебе тогда. Так, где там точка Б? Давайте на точку Б подуем. Так, постой, сколько тебя можно стрелять, да? Ой, сколько там народ-то. А-а-а, взорвись, моя граната. Я вот не пойму, после смерти граната кого-нибудь может убить? Да. Если ни разу не замечал, стреляю, чтобы... Кто там был, сейчас стрелял? А-а-а, куда? Откуда с крыш припрыгали, что ли, я чуть не понял. Откуда меня убил? А, нифига! Что за? Ж никого не видел. Так, хоть помог кому-то сдохнуть. Мне тут еще уровень этот не нравится. В эти бочки, когда стреляешь. Да-да-да. Над вами вражеские ППЛА. Браво наша! Блин, опять птичка. Так, делать нечего теперь. Чувак засел. О, свой. Враг берет точку Б. Отправляем посылку. Альфа наша. Ох, кто, блин, тварь, я ж тебя тоже всадил прямо в морду. Ну-ка, как он меня убил? А, у него снайпер ты что ли? Козел. Враг взял точку Б. Мы выигрываем. Надолго ли это? А! Птичка союзников в воздухе. Птичке нужна помощь. Теряем точку Альфа. Враг берет точку Альфа. Над вами вражеские ППЛА. Мы потеряли точку Альфа. Альфа наша. Так. Вон вижу одного прыгунчика. Готов, сволочь. Наши бомбардировщики на заходе. Наш ППЛА активирован. Тихо, выходи! А, что тут бомбят? Зачем? Фух, кое-как выжил. Вроде раунд за нами. Ой! Опа! Один член команды потерял соединение с лобби. Вы были возвращены вслед за ним к экрану команды. Чего? Кто? Чего? Как так?